Сегодня казахстанцы поздравляют друг друга с Днем независимости и продолжают принимать поздравления со всех точек земного шара. Во всех зарубежных посольствах нашей страны прошли официальные приемы, посвященные этому дню. В дипломатическом мероприятии, организованном посольством Казахстана в России, приняли участие представители администрации президента и правительства России, депутаты Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания, а также деятели культуры и науки и представители казахской диаспоры. В своем выступлении чрезвычайный полномочный посол Казахстана в России Марат Тажин отметил, что приоритетом внешней политики нашей страны являются отношения с Федерацией. В свою очередь, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин отметил, что укрепление отношений между двумя странами является одним из факторов сохранения безопасности в евразийском регионе. Он поздравил казахстанцев с Днем независимости и позитивно оценил результаты двусторонних отношений в уходящем году. Свои поздравления и пожелания казахстанцам адресовали деятели культуры, известные актеры, которых на просторах СНГ знают все. Я действительно поздравляю, потому что я был в Казахстане. Я работал там, снимали кино. И я очень люблю эту страну. Говорю ответственно и честно, чтобы у нас был хороший год. Удачи нам. И я очень люблю вашего президента. А я, как алматинец, продолжаю гордиться. Гордиться Алматой, гордиться Тяньшанем, гордиться Алжасом Сулейменовым и гордиться всем, что у вас происходит. Я счастлив, что нахожусь здесь. И я счастлив видеть людей, которые счастливы своим замечательным праздником и гордятся своей страной.